Всем привет, это рубрика «Гуляев по Перми». Меня зовут Евгений Гуляев. Берем в руки попкорн, включаем голову и начинаем. Какая связь у города Перми и доктора Живаго? Не знаю. А кто такой доктор Живаго, знаете? Нет, тоже не знаю. У меня полработы Рефей смотрит. Ну так замечательно. Скажите, смотрите мне сегодня по Рефею. Не знаю. Ну, доктор Живаго. Произведение «Доктор Живаго». Да. Кто его написал? Не помню. «Доктор Живаго» читали? Нет, я не с Перми. Ну, «Доктор Живаго» читали? Нет. А, не читали? Нет. Ну, хотя бы знаете, кто написал его? Честно, нет. Я вообще не читаю книжки. Насколько я помню, у нас этот роман действие происходило в нашем городе. Произведение Пастернака, собственно, связан с нашим городом. Каким образом? Насколько помню, по-моему, жил здесь. Но город точно там присутствовал, правда, он назывался по-другому. Пастернак жил в Пермском крае во время написания «Доктора Живаго», и там есть место, где жили персонажи, ну, вот этой книги. Сколько лет Российской Федерации? Много. Примерно. Ну, лет так. Так. Ну, лет где-то меньше 50. Около 60 лет. Где-то так. 23, наверное. С 90, то ли 2-го, то ли 3-го года. И 24 года примерно сейчас. Российская Федерация либо в 1984 году, когда распался Советский Союз, приняли, либо в 91-м, когда Ельцин пришел к власти. Так все-таки отчисление идет с какого года? С 91-го, по-моему. 29 лет, что ли? Не, подождите, какой 29? Так, ну да, начнем с 97-го. 97-й, так, это 10, 26. Ну, с 91-го года, тогда получается 9 плюс 17, 26. Что такое кэнди-бобер? Это я точно не знаю. Головной убор. Головной убор. А как он выглядит? Что он из себя представляет? Почему кэнди-бобер? Дамская шляпка. Кэнди-бобер? По-моему, что связано все-таки с прической, если исходить изначально к истокам. А, это шапка такая, вроде. Нет? Что за шапка? Я не помню. Кэнди-бобер? Не знаю. Ну, слышали ведь, наверное, такое слово. Нет. Кэнди-бобер? Да не знаю я. Не знаю. Говорит, ходишь с кэнди-бобером. Я не хожу с кэнди-бобером, поэтому не знаю. На этом рубрика подошла к концу. Читайте книги, любите свой город. Увидимся на улицах Перми.